Вот посмотрите, оно все отходит. Вот посмотрите на торец, угол этой квартиры. Она отходит. Этому дому, этот дом был сдан в сентябре прошлого года. Сколы, протечки, затопленные помещения. Далеко не полный список претензий, которые накопились у жителей ЖК «Солнечная система». Александр Бакушкин – житель дома 24/2 по улице Титова. Получил квартиру один из первых, а вместе с ней в собственность – кладовку и проблемы. И вот здесь вы можете видеть уровень влаги, воды, я не знаю, что, как это правильно назвать, который появился и был на протяжении долгого периода времени. Мы получили кладовки вот в таком состоянии. Вопросы здесь и к подземному паркингу. Помещение простаивало 2 года. Получив доступ сюда только неделю назад, жители обнаружили множество протечек и неисправностей. Но нынешняя управляющая компания «Территория комфорта» не работает с преемником застройщика по устранению гарантийных случаев. Еще и в долгах перед ресурсоснабжающими организациями. Смена управляющей компании может привести к дополнительным сборам с жителей на ремонт. Эти и другие проблемы жители обсудили на рабочей встрече с заместителем главы Химок Виталием Турчининовым. Еще один важный вопрос – транспортная доступность. У нас ходят 2 автобуса. Ну, одна маршрутка до Меги, вот она новая сравнительно, и автобус до Химок. На обоих маршрутах не действуют социальные льготы. И автобусы небольшие, то есть народу очень много. Особенно зимой было очень сложно уехать, потому что большие очереди скапливались. Также жители обратили внимание на состояние развилки на улице Репина. Сейчас есть всего 3 переезда через железную дорогу из старых Химок в новые. Этого недостаточно. Виталий Турчининов зафиксировал проблему и взял на контроль. Посмотрим точно, вот, какая часть, какого проезда. Вот, и дадим вам ответ. Ну, естественно, ждем от вас предложений. В плане починить, я все, мы взяли в работу. По итогам встречи администрация разработает дорожную карту по решению всех вопросов микрорайона и представит ее жителям. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.